4 нерожденных ребенка. Какую тайну Мэрилин Монро унесла с собой в могилу? Актриса прожила яркую короткую жизнь, но так и не сумела реализовать себя как мать. Мэрилин Монро умерла 2 августа 1962 года. На момент кончины ей было всего лишь 36 лет. До сих пор остается загадкой. Она действительно ушла из жизни путем суицида или же некто мастерски инсценировал это? Но даже помимо этого, вокруг личности актрисы до сих пор ходит много легенд. Чего только стоят слухи о том, что у Мэрилин Монро есть дети. Однако специалисты, которые тщательно изучили ее биографию, уверены, что актриса была 4 раза беременна. Но из-за здоровья у актрисы случались выкидыши и внематочные беременности. Ситуация усугублялась тем, что актриса еще худела путем приема большого количества снотворного. Из-за этого она впоследствии попала в психиатрическую клинику. Что касается самой последней неудачной беременности Мэрилин, то известно, что это случилось в 1960 году. Тогда в июле актриса со своим супругом Артуром Миллером участвовали в фотосессии, а близкая подруга Мэрилин заверила, что в тот период актриса была еще беременна. Но не от мужа, а от французского актера Ива Монтана. Так что на тех фото с мужем актриса была в последний раз беременна.